Если дана окружность, которая вписана в трапецию, то первое, что нужно понимать, это такой факт, что из центра вписанной окружности боковые стороны этой трапеции здесь не очень ровно сейчас получается, видны под прямым углом. Почему так? Это очень просто объясняется тем, что в силу того, что у меня основания трапеций параллельно друг другу, углы, например, BCD и ADC в сумме дают 180 градусов. Потому что это внутренние односторонние углы. А CO и DO являются бисектрисами углов BCD и ADC. То есть у меня вот эти два угла равны между собой. И вот эти два угла равны между собой. Это значит, что угол COD равен 180 градусов минус а, угол OCD плюс угол ODC, а эти углы, в свою очередь, 180 градусов минус, эти углы, в свою очередь, а, являются половинами этих. Ну и все, поэтому мы просто подставляем такую историю, плюс угол ADC пополам. А это 180 пополам, то есть у нас будет 180 градусов минус 90 градусов, 90 градусов. То есть вот этот вот угол, из которого, угол точнее, под которым видны боковые стороны трапеции из центра вписанной окружности, равен 90 градусов. Здесь у нас точно такой же угол. Это первое. Второе. Если же эта окружность, точнее эта трапеция, в которую вписана окружность, является равнобедренной, то мы вспоминаем, что а, четырехугольник, в четырехугольник а, вписана окружность тогда и только тогда, когда сумма длин противоположных сторон равны. Давайте я лучше сделаю А, Б и а плюс b равно 2c в данном случае а значит боковая сторона будет равна средней линии вот этот факт тоже иногда используется точнее это у нас не средняя линия где-то здесь будет средняя линия То есть здесь и средняя линия тоже равна боковой стороне